Доброе утро, Соньки! Я еду на первое занятие в академию. У нас сегодня 9 утра, и мы будем знакомиться с группой. А что посоветуете студентам? Много пить воды, кушать витаминки, хорошо питаться и отдыхать. Спасибо большое. Так, переворачиваемся. Все, стою, да. Хорошо, ага, колени в стороны, копчик под себя, вот так под себя, он и так подо мной. Блин, что это вообще? О, братик, тут колени вместе должны быть. Колени вместе. Ну, дотягивай. У нас прошло первое занятие по классике. Постоянно поджимать копчик и всю свою вот эту вот округлость вниз. Это оказалось адски сложно. Ступор. Перегруженная оперативка, мозг просто отключается, выпытывает. Все. Вот, у нас на самом деле такое интерактивное реалити-шоу. Меня закинули в такие условия, где я просто выживаю. Да, это подстава. Это подстава полная. Ну, со стороны не все так печально. Да? В ощущениях. Это ты на хаосе меня не видел? Или на дэнс-холле где-то быстро, знаешь? Я такая... Я не знала, что здесь есть мышцы, у меня даже здесь болит, ты понимаешь? Я думала, даже череп, я уже думала, что все. Просто пить в круг. Понять, что ты автор своего дня. То есть, если ты автор, ты хочешь быть автором, а вообще ты хочешь чего-то добиться в жизни, то тебе нужно действовать, а не ждать, пока все действуют, и ты втыкаешь. Пока ты втыкаешь, ты втыкаешь. Ты ничего не умеешь, ты ничего не претендуешь, все это понимают. В принципе, никто не удивился, да? Никто не удивился, да? Пока ты новичок, и ты облажалась на уровне новичок, да всем пофиг, понимаешь? Все на тебя смотрят и понимаешь, ну да, это же новичок, он же типа и должен чуть-чуть где-то лажать. Продолжайте, иногда вспоминайте дома, что мы делали, просто можно включить музычку, минутку покачать, да, сделать каких-то базовых шагов, парочку, вспомнить джекинг и все. Ты так быстро не двигаешь, я не могу понять, во-первых, как ты быстро это так делаешь, а во-вторых, ты еще же запоминаешь, что ты делаешь, боже, ну как это? Но, да, на самом деле не так просто, но это все возможно, нужно просто есть потанцевать. Есть какая-то методика? Вот. Да, есть просто набор определенных движений, есть база, и на основе этой базы ты уже добавляешь что-то от себя, то есть какую-то пластику, какие-то дополнительные шаги, движения, и у тебя получаются новые какие-то шаги, новая манера. И ты можешь это потом повторить? Стиль. Или у тебя каждый раз получается по-разному? Ну, каждый раз по-разному. Ну, просто все тупят и не понимают, и кивают, типа, вау, круто, да? Не, на самом деле, каждый раз по-разному это да, но в то же самое время у тебя есть определенный стиль, манера движения, то есть как твое тело двигается, да, если ты привык, там, у тебя такая пластика, ты можешь, конечно, сделать ее там совсем по-другому, то есть можно танцевать в разных манерах, но при этом у тебя есть какой-то определенный свой стиль, в котором ты танцуешь, и который свойственный именно тебе, и у каждого танцора он есть какой-то индивидуальный личный стиль. Все, откуда взять базу? Откуда взять базу от Санти 108? Приходите в My Way Dance Academy. Помимо движения надо еще все время качать, как одновременно и то, и другое? У меня или то работает, или другое, у меня просто ступор, я не могу и там, и там. Я понял. Ну смотри, включаешь музыку и начинаешь качать, и потом нажимаешь зациклить кнопочку, вот, и потом начинаешь делать движение. Она выстреливает. Да, выстреливает. Надо ее заклеить, скотчем заклеиваешь, типа, нажал кнопку качать, заклеил, делаешь движение все время нон-стопом. И на самом деле это определенная практика, то есть мы учимся качать, мы учим базовые шаги, да, по дебуре, допустим, или какое-то, и потом просто совмещаем, мы качаем, шаг. Ну да, так, грубо качаем, говоря, получается, шаг. Как два канала у тебя одновременно, да, работают, и туда, и сюда. То есть, и я так стою, такая... Да, это определенная, туда, или сюда, определенная или... координация тела. Да. Растяжечка. Люблю растяжечку. Да-да. Очень-очень легко. Все очень хорошо. Я уже в бабочке почти. Бум. Но они ее играют как сильно.
Если сравнить с телом, то ритм — это кости, а мелодия — это кожа, мясо, сухожилия и так далее. Короче, первая неделя, кажется, закончилась. Но, знаете, у нас вот как последний выживший. Вот кто выживет, я не знаю, тут молодец просто. Я уже чувствую, что я просто на нуле. Ну, как бы, я не успеваю запоминать, потому что, ну, очень все много. Одна пара, другая пара, везде разный кач, везде разные степы. И я просто не понимаю, как это запомнить, вот как. Тяжело, реально тяжело. Тяжело на классике выворачивать ногу. Но понятно и нравится, потому что медленно. Вот. Нравится дэнс-холл, но совершенно непонятно и вообще не могу запомнить, просто ничего. То есть оно красиво у Ани Гуарана, потому что она все делает быстренько, тара-та-та-та, как попрыгунчик. То есть, в моем исполнении это как медвежонок, тын-тын. Но нельзя сдаваться, надо работать над собой, надо заниматься, наверное, немножко дома зеркалом. Может, даже не только зеркалом, а с преподавателями еще. В любом случае, главное не отчаиваться, и будет получаться тогда, когда ты будешь чаще повторять. Это по-любому, потому что пока ты думаешь о движении, оно у тебя не доведено до автоматизма, а когда ты уже доводишь его до такого состояния, что ты его делаешь не задумываясь, это уже вот правильно. В новую неделю я иду с надеждами на то, что у меня будет получаться лучше, больше. Возможно, даже я наконец-то что-то запомню, какие-то связки. Я, по крайней мере, стараюсь уже проигрывать себе это в голове. Посмотрим дальше по моим результатам. Увидимся!